Дорогие подписчики, добро пожаловать на наш канал. Друзья, поддержите, пожалуйста, наш канал своим лайком и подпиской. И если вам не сложно, напишите хотя бы какой-нибудь комментарий. Заранее спасибо. Буквально несколько минут назад мы узнали, что советский, украинский актер и сценарист Аркадий Рацман, автор текстов песен к мультфильму «Остров сокровищ», скончался в возрасте 75 лет. Он родился в Киеве в 1947 году. В конце 80-х годов написал несколько текстов песен к мультфильму «Остров сокровищ» режиссера Давида Черкасского. В 90-х годах вместе с писателем Робертом Виккерсом основал юмористическую газету «Блин». Как автор текстов песен сотрудничал с такими композиторами, как Владимир Быстряков, Екатерина Семенова, Александр Жилинский и другие. Эти песни входят в репертуар известных эстрадных исполнителей, среди которых Алла Пугачева, София Ротару, Николай Караченцев, Таисия Повалий и другие. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.